бегу на дачу. Что-то у нас все затянуло. Вроде дождя на сегодня не обещали, а дождь. Вот надо морковку срочно убирать. Вот он, дождь пошел. Прям такой приличный. Хорошо, что зонтик взяли. Ну, вообще, погода. Причем там дальше просвет. Куча вот. Куча над нами, поэтому и дождь идет. Здесь тоже прошел дождь. Сейчас пойду морковку выкапывать. Надеюсь, что там будет не сильно грязно. Одела сапожки. Морковка. Ботва уже все. Пожухло уже давно убрать надо. Мы все. Что-то не досуг, да некогда. Думаю, пусть посидит. Сейчас посмотрим, какой урожай тут. Ну, как и все в этом году. Не очень, конечно, но посмотрим. Сейчас все посмотрим. А хотела еще показать, в этом году первый раз посадила савойскую капусту. Такая она прикольненькая. Ой, прям такая вся нежненькая-нежненькая. Вот вилочка завязался. Вот. Посадила, где место было. В следующий раз надо будет выделить ей местечко получше. Вот. Ну, такая прям красотка. Такие бугристая поверхность у нее такая. Ну, такая прям приятненькая-приятненькая. Я что-то затултывалась, как на Северный полюс. Думала, холодно-холодно будет, солнце выглянуло, прям жарко-жарко. Придется раздеваться. Свитер точно снять надо будет. И куртку тоже. На солнце прям жарко. Вот. С мужем сегодня приехали. Вот, пойду переоденусь. Ну вот все, переоделась. Жарко-то. Перчатки вооружилась. Перчатками. Не могу работать с непокрытой головой. Чтобы волосы никуда не лезли. Одеваю всегда платок, завязываю его назад. Так мне удобно. Вот. Пойду сейчас займусь морковочкой. Вот. Ой, как солнечно, как хорошо.
хорошо хоть это не насквозь промочила, там сука, и она нормальная. Морковка разная, и крупная, и помельче. Ну и, конечно, муха успела ее тоже покоцать, поэтому та, которая мухой уже зараженная, мы ее в первую очередь будем в заготовке убирать. Вот вместе с этой вот хорошей морковочкой мы ее ложить, конечно, не будем. Вот. Так что, ну, в принципе, нормальная, нормальная. Есть и поменьше. Вот, видите, уже вот она. Вот такую уже не беру. Ее надо убрать. Все положила. То здесь вроде сортируешь, сортируешь, а все равно нет-нет, да где-нибудь попадется. Вот. Так что, в принципе, нормальная морковочка. Перекапываем огород после картошки. Морковку убрала. Вот. Сейчас здесь всю ботву уберу тоже. И перекапывать надо будет. Пришла убирать свеклу. Вот. Уродилась свеклка. Нормально. Есть и мелкая, есть и крупная. Нам хватит. Здесь у меня сидел лук, посеяла горчицу, вот она, горчичка зашла. Сажаешь сидираты, и тогда меньше сорняки лезут, но все-таки лезут. Вот он, лук, видите? Красота. Соседи тоже теплицу уже убирают, все убирают. Они здесь живут до конца сентября. В октябре уезжают, тоже порядки набудят в огороде. Вот, навели порядочек. Все убрали. Перекопали две грядочки с морковкой. Там муж наверху тоже немножко покопал. Спина у него болит. Вот. Здесь у меня сидел чеснок. А на следующий год хочу посадить здесь морковку. Сейчас посеяно, там горчица. Вот. Ну, как-то так вот. Муж носит ботву картофельную. Вот. Все, едем домой уже, собираемся.
немножечко навели порядка. Все, собираемся, ехать надо. Ты мои красавицы. Ой, красота. Петуньки, 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 петуньки. Вот они.